Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 995. И для начала нам нужно начертить квадрат со стороной 4 сантиметра. И теперь на этом чертеже нам нужно показать 6 шестнадцатых квадрата. Это значит, что мы должны разделить наш квадрат со стороной 4 сантиметра на 16 равных частей, а взять и показать или закрасить 6 частей из этих 16. Ну, давайте разделим квадрат наш на 16 равных частей. Для этого можно каждую сторону разделить на 4 части. То есть по одному сантиметру у нас будет каждая часть. И просто соединить вот отрезками вот эти вот наши штришки. И получится у нас 16 маленьких квадратиков. То есть вот таким вот образом мы квадрат делим на 16 равных частей. И теперь нужно закрасить 6 частей из 16. Ну, давайте закрасим это, допустим, голубым цветом. Ну и вот, соответственно, 6 шестнадцатых квадрата мы с вами показали на чертеже. Давайте тут вот обозначим, что это 6 шестнадцатых квадрата. И теперь нужно найти площадь этой части и объяснить полученный результат. Так как вся сторона у нас 4 сантиметра, мы делили каждую сторону на 4 части, то вот сторона вот маленького квадратика будет 1 сантиметр. Значит, площадь одного маленького квадратика будет 1 сантиметр квадратный, а наша закрашенная часть состоит из 6 таких маленьких квадратиков, поэтому ее площадь будет 6 сантиметров квадратных, это площадь закрашенной части. И давайте сравним эту площадь с площадью всего квадрата. Сторона квадрата равняется 4 сантиметра, значит, площадь квадрата у нас ищется по формуле А квадрат, и площадь будет равняться 16 сантиметров квадратных. И на самом деле 6 шестнадцатых от этой площади, от 16 сантиметров квадратных будет как раз 6 сантиметров квадратных, потому что если мы всю площадь разделим на 16 частей и возьмем 6 частей, то у нас получится 6 сантиметров квадратных. То есть мы вот закрасили 6 шестнадцатых квадрата, и площадь этих 6 шестнадцатых квадратов будет составлять 6 шестнадцатых от всей площади квадрата. Теперь нам нужно все то же самое проделать, но с тремя восьмыми квадрата. Давайте еще раз нарисуем тот же самый квадрат, разделим его уже только на 8 частей, а закрасим 3. Ну и чтобы разделить на 8 частей, нам нужно каждую сторону разделить на 2 части, 2 стороны противоположные, и, соответственно, на 4 части 2 другие стороны делим и соединяем отрезками. То есть вот так вот мы разделили на 8 частей наш квадрат. Теперь 3 части нам нужно закрасить. Ну и, соответственно, вот мы 3 восьмых квадрата закрасили и найдем площадь этой части. Закрашенная часть квадрата состоит из трех прямоугольников. Вот с этой вот стороны 1 сантиметр. Давайте с другой стороны обозначим, чтобы 3 восьмых нам не мешала вот эта вот сторона 1 сантиметр, а это, соответственно, 2 разделить на 4 будет
то есть 4 разделить на 2 будет 2. 2 сантиметра, значит, площадь одного прямоугольника 2 сантиметра квадратных, а у нас их 3. То есть 3 умножить на 2 сантиметра квадратных получается тоже 6 сантиметров квадратных. Это площадь закрашенной части. Ну и также можно было бы по-другому, да, тоже найти 16, просто разделить на 8 и умножить на 3. Получаем 2 на 3, то 6, 6 сантиметров квадратных. То есть такой же результат, как и в первом случае получили. И еще, кстати, один важный факт, да, который можно заметить. 6 шестнадцатых квадрата будет равняться 3 восьмым квадрата. Это видно из рисунков и по полученным площадям. То есть 6 шестнадцатых будет в итоге равняться 3 восьмым. И выполнили задание 995. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.